молодая пора, а чей очарование? Приятна мне твоя прощальная краса, говорил об осени Александр Сергеевич Пушкин. А между тем, у большинства населения осенние унылые краски вызывают скорее не очарование, а вполне конкретный диагноз – депрессию. И это не только отсутствие настроения, как многие думают, но и раздражительность, апатия и упадок сил. Здравствуйте! Основную тему сегодняшнего диалога о здоровье я уже обозначил, но говорить мы сегодня будем не только об этом. Простые вопросы о здоровье. Меня очень интересует такой вопрос. И ответы на них. Ну и вопросы вы задаете. Чем опасны антидепрессанты и как победить депрессию? Забота о ближнем, умение принять, почувствовать эту любовь со стороны своих близких, со стороны любимых. Это самый лучший антидепрессант. Здоровье, как отметил кто-то, это эпизод между двумя болезнями. Молодости, конечно, не свойственно рассматривать вопрос под этим ракурсом, но с течением лет угол зрения меняется, и вопросов о здоровье, преимущественно своем, становится больше. Что в рамках сегодняшней темы интересует жителей нашего города, об этом традиционно в начале программы. Вот на улице уже гололед. Допустим, человек поскользнулся и упал. Какую помощь нужно оказывать? Правда ли, что гипертония передается по наследству? Что делать, если болят глаза? Пока ведущие специалисты пытаются найти ответы на эти непростые вопросы, я хочу вам представить гостью нашей сегодняшней программы. Итак, знакомьтесь. Шилова Оксана Владимировна, доцент, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии Гомельского государственного медицинского университета, врач-психиатр-нарколог, психотерапевт. Здравствуйте, Оксана Владимировна. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые зрители. Оксана Владимировна, не секрет, что для жителей нашего географического региона сезонное расстройство настроения – вещь, с которой практически все сталкиваются в своей жизни. И вот у меня возникает достаточно интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, с одной стороны, депрессия – это диагноз, медицинский диагноз, это серьезное расстройство. А с другой стороны, в общем, расстройство настроения встречается практически с каждым. Так вот, с точки зрения психиатра, сезонное расстройство настроения, сезонная депрессия – это норма или патология? Спасибо за интересный вопрос, Алексей. Все так. В тот сезон, когда серо, сыро и холодно, хорошо было нашим сельскохозяйственным предкам. Они могли, затопив печь, прясть пряжу и заниматься домашними делами, когда не нужно бегать по огороду, когда урожай собран. А нам, жителям современного мира, нет возможности изменять свою активность. Весной и осенью мы обязаны работать, и даже летом, когда эта активность более высокая, брать отпуска. И все же вот это снижение настроения, оно бывает очень разным у разных людей. Если это обычный сплин или как-то русская хандра, когда есть время, чтобы полежать под пледом вечером, подумать о смысле жизни, почитать хорошую книжку, проанализировать свои ошибки за этот год, а потом пойти на работу, после работы снова заботиться о своих ближних, то некоторое снижение общего тонуса и настроения, оно патологией не является. О патологии мы говорим тогда, когда начинается заметное снижение тонуса, когда человек перестает радоваться, когда человек перестает справляться со своей жизнью, и когда это заметно для окружающих, и когда тягостно становится ему самому. Вот тогда мы говорим о том, что это депрессия. Потому что, к сожалению, наши люди очень легко используют это слово. Любое снижение настроения называют депрессией. Да, у меня сегодня депрессия. Депрессия – это клиническое состояние, когда заметное снижение тонуса длится более 2 недель и затрудняет обычную активность. Тогда это депрессия, да. Но некоторые говорят о том, что вообще сезонной депрессии не существует в природе, что это расстройство, которое возникает у людей достаточно мрачных по своей природе, и на фоне, так сказать, серых осенних дней оно просто проявляется сильнее. О чем говорит ваш клинический опыт? Ну, мой клинический опыт говорит о том, что обращаемость по поводу депрессии, она одинаковая практически. Осень она увеличивается незначительно. А вот мировая статистика говорит о том, что по результатам эпидемиологических исследований в средних и северных широтах примерно каждый 10-й человек
имеет значительное снижение тонуса, и вне зависимости от того, обращается ли он, не обращается к специалистам, было бы лучше, если бы он его пролечил. Это бы способствовало улучшению его качества жизни и общего самочувствия и состояния. Ну, мы сегодня говорим об осенней депрессии. Хотелось бы узнать, какие внешние признаки вообще осенней депрессии? Человек, который находится в депрессии, часто этого не осознает. Это заметно для окружающих по тому, как он себя ведет, по скорости его реакции. Человек начинает отвечать достаточно односложно, двигается медленнее, имеет грустное выражение лица, меньше за собой ухаживает, больше лежит, становится более тяжелым на подъем. То есть вот эти, если быть внимательным к близким, то мы заметим, что с человеком происходит что-то. На этом этапе можно просто обратиться, спросить. Это еще тоже не повод к тому, что это уже клиника. Но замечая вот эти вот симптомы такой печали, вот внешние печали, можно уловить первые признаки клинической депрессии вовремя, начать какие-то применять меры. Хорошо. О внешних признаках депрессии мы поговорили. А что происходит с организмом человека на физиологическом уровне? Это очень хороший вопрос, потому что именно сезонные изменения, когда становится мало цвета, мало света и мало физической активности, они усиливают те биохимические изменения, которые в мозге человека происходят при депрессии. Когда недостаточно внешней стимуляции и происходит снижение содержания гормонов радости, серотонина, норадреналина, эндорфинов. Эти изменения, они приводят к тому, что человек становится более уязвимым к соматическим заболеваниям, которые у него есть, они могут обостряться. Ухудшается общее соматическое состояние, возникают какие-то головные боли, которые не связаны с соматической патологией. Обостряются желудочно-кишечные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания. Это одно из проявлений и осложнений депрессии, которые делают ее состоянием, которое нужно лечить. А существует ли какая-то генетическая предрасположенность к депрессии? Передается ли она по наследству? И вообще, кто чаще страдает сезонной депрессией, мужчины или женщины? Генетическая предрасположенность существует. Но когда речь идет обычно не о сезонной депрессии, а просто о депрессии. Когда мозг человека имеет склонность к снижению этих нейромедиаторов, о которых я говорила, и повышенно чувствителен в таком случае к вот этим сезонным снижениям. То есть снижается освещенность, и возникает тот обвал нейромедиаторов, который приводит к депрессии. Однако эта генетическая предрасположенность не фатальна. Если кто-то из родственников страдал, это не значит, что у человека высокий риск. Это значит, что просто нужно быть более внимательным, внимательнее относиться к своему здоровью и предпринимать какие-то профилактические меры. Если говорить о гендерных особенностях, да, женщины более предрасположены к депрессиям. Этому способствует и гормональный фон женщины, который у нее другой, чем у мужчины, и чисто психологические особенности. Женщины воспитываются в духе повышенной ответственности за семью. Она должна заниматься ребенком, она должна заниматься мужем, она должна ходить на работу. И на фоне снижения тонуса, когда количество сил меньше, если она начинает с этим справляться несколько хуже, она может начать обвинять себя в том, что она становится недостаточно хорошей хозяйкой, плохой женой, плохой матерью. А это уже мыслительная составляющая депрессивного состояния, потому что именно с этого часто все и начинается. Я плохой. Хотя, с другой стороны, у женщин есть очень хороший антидепрессант – девичники, за время которых они могут выговориться, поддержать друг друга. Ну и шопинг, опять же, да. И, кстати, шопинг достаточно распространенное, достаточно дорогое удовольствие. Но, по мнению многих женщин, в том числе моих студенток, достаточно эффективное. Конечно, потом оказывается в шкафу много ненужных вещей, когда носить нечего, хранить негде. Но на этом этапе он свою функцию выполняет.
Ну, раз мы начали говорить о таких, скажем, народных методах лечения сезонной депрессии, я предлагаю ознакомиться с нашим опросом, который мы провели среди жителей нашего города. А у вас бывают осенние депрессии, когда долгие, вот, темно? Да, бывает. Бывает. А как вы с ними справляетесь? Справляюсь. Ну, беру с собой подругу, включаем фильмы, смотрим фильмы. Ну и бывает, что порой зовем друзей вместе с шоколадом и с кофем, вместе с коллективом таким дружелюбным и смотрим фильмы. Надо думать о хорошем. Хорошая музыка, хорошее настроение, и все проходит. А у вас бывают осенние депрессии? Ой, наверное, нет. Скажите, пожалуйста, у вас бывают осенние депрессии? Да, как у всех нормальных, конечно. А как вы с этим справляетесь? А по-разному, знаете, по-разному. Стараюсь физкультурой заниматься, спортом. В бассейн я хожу. Стараюсь, если не помогает, я пью мяты еще. Такие. Ну что еще? Ну такой вот, типа такой стресс, отвлекаться, чем-то заниматься. Много друзей, много знакомых. Куда-то выходить. Ну, борюсь. Что-то пройти по магазинам, если можно. Ну, у меня собака. А когда депрессия осенью, что вы стараетесь делать, чтобы поднять настроение? Купить себе какой-то, пойти, что-то купить себе. Выйти на улицу. Успокоительные препараты иногда бывает очень резкая перемена настроения, поэтому приходится их применять. Я знаю способы справиться с любой депрессией. Какие у вас способы? Хобби, музыка, общение с друзьями, близкими. В принципе, все. Оксана Владимировна, скажу честно, что некоторые итоги этого опроса не вошли в кадр, потому что результатами такого лечения, которое предложили наши зрители, чаще занимаются уже врачи другого профиля, это доктора-наркологи. Но если говорить в целом, скажите, пожалуйста, вот в тех вариантах самостоятельного лечения сезонной депрессии, которые предложили жители нашего города, есть какое-то рациональное зерно? Безусловно, Алексей. Во многом наши телезрители и жители города Гомеля правы. Большую роль играет дружеская поддержка, общение с близкими по духу людьми и физическая активность. Запись в различные секции, где хорошая освещенность, где громкая музыка, где физическая активность, которая несовместима с депрессией, является значительным, имеет значительный антидепрессивный эффект. Дружеская поддержка, беседы с чаепитиями – это тоже очень большой плюс. Вот. А что касается других чаепитий или продолжая тему гендерных особенностей проживания депрессии, иногда, к сожалению, мужчины проживают депрессию как алкогольный эксцесс. Хочется сказать, что это не просто не помогает, вопреки распространенному мнению, а часто усугубляет депрессию, потому что алкоголь – это мощный депрессант. И прежде чем выпить с горя, где же кружка, 100 грамм, подумайте о том, что завтра будет хуже, проблема не решится, а состояние будет значительно тяжелее за счет этого выпитого. Алкоголь здесь худший друг, которого можно придумать. Оксана Владимировна, но если вот перечисленные, скажем так, немедикаментозные методы лечения сезонной депрессии не помогают, то наверняка нужно обращаться к специалистам. К каким специалистам надо обращаться? У нас есть психологи, психотерапевты, психиатры. Кому идти? Очень хороший вопрос. Наш народ часто, к сожалению, не знает, чем отличаются эти врачи. Психолог не врач. Психолог – это специалист по особенностям мышления человека, особенностям поведения человека здорового, находящегося на уровне проблемы. И в самом начале депрессивных состояний, когда уже меняется мышление, когда человек недоволен собой, когда понизилась самооценка, когда он занимается самокопанием, обращение к психологу, конечно, может помочь. И обращаться к психологу можно на любом этапе жизненных сложностей. Психотерапевт – это врач, специалист, и обращение к нему может быть уместным на том этапе, когда человек уже осознал, что ему сложно. Главным критерием, на мой взгляд, является то, что ему стало сложно справляться со своей повседневной жизнью, что его качество жизни понизилось настолько, что его уже не радуют обычные удовольствия, у него понизился аппетит, нарушился сон, иногда значительно понизился, например,
просыпается на 2 часа раньше будильника и испытывает какую-то невозможность заснуть и тягостные мысли. Или когда ухудшение аппетита приводит к изменению веса тела. В этом случае нужно обратиться к психотерапевту и определить тактику дальнейшего лечения. Она может быть амбулаторной. Скорее всего, при необходимости могут рекомендовать какой-то открытый стационар или просто назначение препаратов в дневном стационаре. Оксана Владимировна, а в каких случаях к врачу нужно обращаться обязательно? Бывают ситуации, когда депрессия становится тяжелой. Когда человек в этой депрессии может быть опасен сам себе. Потому что вот мысли о своей малоценности иногда, к сожалению, приводят человека к суицидальным мыслям. О том, что я плохой настолько, сделал столько ошибок, и жизнь моя настолько бесперспективна, что будет лучше, если я из этой жизни уйду. И в этой ситуации, как правило, к этому состоянию человек уже похудел 5 килограмм, имеет стабильное нарушение сна, имеют соматические проявления депрессии, например, там запоры или повышение давления, то есть какие-то вот соматические ухудшения. В этой ситуации необходима помощь психиатра. Иногда это стационарное лечение в этой ситуации оказывается необходимым. Когда пациент обращается к специалисту в сфере психического здоровья, понятно, что ему назначают какое-то лечение. А чем сейчас психиатры, психотерапевты лечат сезонное расстройство настроения? Если говорить о лечении самого сезонного снижения настроения, то активные методы лечения к нему не применяются. Есть такое понятие, как фототерапия, есть специальные лампы дневного света. Есть возможность применять там народные методы, травяные сборы, там взять отпуск, отоспаться, поехать на юг. Психотерапия наверняка. Да, обращение к психологу, психотерапия. Если мы говорим о ситуациях, когда необходимо лечение, когда необходимо врачебное вмешательство психотерапевтическое, то основными методами является психотерапевтическая помощь и назначение антидепрессантов. Антидепрессанты. Достаточно серьезные препараты. У многих о них существует совершенно неправильное представление, что это достаточно опасные препараты, и о том, что от них формируется зависимость. Скажите, пожалуйста, формируется ли зависимость от антидепрессантов? Да, это большая проблема психотерапевтов, то, что наших препаратов народ боится. Боится, потому что не знает. И, к сожалению, не так уж много о наших препаратах знают даже врачи общей практики, терапевты. И очень распространенное, самое распространенное убеждение в том, что они токсичны, они вызывают зависимость. На них врачи подсаживают. Вот это вот, да, такая цитата, которую приходится слышать, а то подсадят на антидепрессанты. Во-первых, самый главный постулат, что зависимости не возникает. То, что препарат нужно принимать достаточно долго, это правда. Но не потому, что он вызывает зависимость, а потому, что это стратегия лечения депрессивного эпизода. Он лечится несколько месяцев. Это не антибиотик, который надо пропить неделю. Лечение должно быть длительным, это правда. И если человек лечит депрессивный эпизод по всем правилам и достигает клинического эффекта, делает это под наблюдением врача, он с легкостью препарат потом этот отменяет. Откуда идут эти страхи? Эти страхи идут от того, что раз я принимаю препарат долго, я могу повредить себе печень, я могу что-то себе другое повредить. Очень важно помнить, что когда человек страдает депрессией и не лечит ее, он вредит себе гораздо больше. Это во-первых. А во-вторых, он ухудшает свое качество жизни, он делает гораздо меньше, чем может. И вот с социальной точки зрения снова вредит себе гораздо больше. Во всем мире антидепрессанты применяют достаточно широко. И если брать Европу, то 70% антидепрессантов там вообще выписывают семейные врачи. Это не значит, что они назначают их налево и направо. Они просто знают, как это делается, и при необходимости используют их, улучшая качество жизни человека, не вынуждая его терпеть, мучиться. Это уже чисто наш такой подход. Я страдала, страданула, я лучше перетерплю.
Оксана Владимировна, но все же в природе циклично, согласитесь. Сначала яркое лето, потом депрессивная осень, потом холодная зима, потом снова весна, опять поют птички. Может ли депрессия пройти вот просто без лечения, самостоятельно? Хороший философский подход. Есть много стихов на эту тему, что первый снег укроет тоску моей души новыми надеждами, чтобы под ними проросли ростки свежих идей. Все так. Если мы говорим о сезонных снижениях настроения, то они пройдут уже к рождественским и предновогодним хлопотам. Обычно. Если все же это клиническая депрессия, то она самостоятельно не пройдет. Кроме того, человек так устроен, что зародившаяся в нем мысль о том, что я, наверное, плохой, что-то во мне не так, начинает бродить в его сознании с все большим размахом. И тогда это как самозаводящийся механизм. Тогда она не проходит. Тогда она разворачивается все больше и больше. Для нашего менталитета визит к психиатру либо психотерапевту – вещь, конечно, непривычная. То ли дело американцы, если вот даже судить по фильмам, в свободное время они либо на пробежке, либо, собственно, на кушетке у психоаналитика. Оксана Владимировна, вопрос в связи с этим вот какой. А какими социальными последствиями может быть чреват визит к психиатру либо психотерапевту? Это очень важный вопрос, именно потому что белорусы имеют по этому поводу недостаточной информации и много страхов и мифов. С одной стороны, опасения, связанные с психиатром, они понятны. Еще Пушкин писал: «Не дай мне Бог сойти с ума, нет лучше посохи с ума». И страх стать отверженным, стать козлом отпущения, быть не таким, как все, иметь какие-то ярлыки сумасшедшего, воздерживают наших людей от обращения каких-то лишних. Ну и по поводу популярности психоаналитиков-американцев, по-моему, это тоже перебор. У них тоже есть своеобразный лимит. Обращаются, но тоже с достаточной степенью осторожности. Если говорить о реальной ситуации, обращение к психотерапевту по поводу лечения депрессии никакими социальными ограничениями для человека не грозит и не светит даже. То есть права не заберут, и в космос потом можно лететь? Конечно. Да, конечно, заводят карточку, записывают данные. Консультативная группа наблюдения никак не ограничивает человека в том, что он может себе позволить ехать за границу, водить автомобили или какие-то там другие льготы. Кроме того, есть возможность обратиться анонимно. В этом случае вы оплачиваете прием психотерапевта, называется любую фамилию, без паспорта. Наш закон предусматривает такое обращение. Вы проходите лечение, не называясь вообще. То есть такое тоже возможно. И в этом плане человек может получить лечение и никак не ограничить себя в принципе. На мой взгляд, это очень удобно. Наша встреча подходит к концу, и самое время вернуться к тем вопросам, которые прозвучали в начале программы от жителей нашего города. Вот на улице уже гололед. Допустим, человек поскользнулся и упал. Какую помощь нужно оказывать? Не нужно производить никаких резких движений. То есть попытаться резко встать, там, побежать, что-то взять и дернуть себя за стопу, думая, что там сам себе вправишь вывих. Очень хорошо, если кто-то из ближайшей квартиры принесет лед. Обезболивание здесь может быть любое. Это может быть таблетка аналгина или же обезболивающий какой-то укол. Оно, конечно, временно снимет боль. Вот это первых три составляющих момента, чтобы человек не страдал. Правда ли, что гипертония передается по наследству? Да, это действительно так. И особое внимание нужно обратить на свое здоровье тем пациентам, родственники которых в раннем возрасте перенесли какие-то сердечные катастрофы,
Ранний возраст имеется в виду 40-50 лет. Что делать, если болят глаза? Самая первая мера, если вы чувствуете, что в глазах уже больно, глаза хочется закрыть, то закрывайте их, как бы срочно вам не нужно было продолжать работу. Очень легко нагреть глаза, потереть сильно ладошки так, чтобы они согрелись. И приложить вот так, таким образом к нашим глазам, чтобы наши ладони, вот эти вот части, полностью прилегали вокруг глаз. Ну и немного перекрестив пальцы. То есть вы, открыв глаза, вы должны ощущать полную темноту под ладонями, закрыть глазки и так посидеть одну-две хотя бы минуту, чтобы глаза просто немножечко отдохнули. Оксана Владимировна, прежде чем попрощаться, я хочу задать еще один вопрос. Существуют профилактические меры для многих заболеваний. А для депрессии есть какие-то меры профилактики, так чтобы уменьшить ее проявление или вообще избежать? Да, конечно. Я буду рада поделиться с нашими зрителями теми мерами, которые нужно и можно применять уже начиная где-то, наверное, с конца сентября. Неспроста осенью хочется кушать что-нибудь необычное. Шоколад, орехи, сыры. Ведь именно в этих продуктах содержится большое количество предшественников серотонина, норадреналина, которых так не хватает при депрессии. И на самом деле изменение диеты в сторону увеличения в своем рационе сыров, особенно сыров с плесенью, шоколада, мороженого, кураги, бананов, орехов, оно на самом деле оказывает антидепрессивный эффект. И самое, на мой взгляд, главное – это любовь в человеческой душе, забота о ближнем, умение принять, почувствовать эту любовь со стороны своих близких, со стороны любимых. Это самый лучший антидепрессант. Поцелуи и объятия, забота и совместные прогулки – самый лучший антидепрессант. Потому будьте внимательны к ближним, заботьтесь о себе и помните, ваша жизнь, вы сами очень нужны этому миру. И тогда ни одна депрессия вас не одолеет. Спасибо, Оксана Владимировна, за замечательные ответы на наши вопросы. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Шилова Оксана Владимировна, доцент, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии Гомельского государственного медицинского университета, врач-психиатр-нарколог, психотерапевт. Ну что же, дорогие друзья, думайте о своем здоровье сегодня, чтобы не жалеть о нем завтра. И до встречи в программе «Диалог о здоровье».